Ну вот, как мы видим, опять какая-то странная ситуация в городе Резекне. Это центр города, я так понимаю, гостиница Ладгала. Все загорожено, перегорожено. А все жители гостиницы выселены. Мы видим полиция, скорая помощь, пожарная. Видимо, поступил сигнал о том, что заложено какое-то взрывное устройство. Непонятно. Там тоже, если вы видите, все загорожено, все подъезды к зданию закрыты. Собрались, как всегда, зеваки. Вообще такая интересная ситуация в городе. Сейчас мы немножко с другой стороны объедем. Интересная ситуация у нас на этой неделе. То автомобиль в северном районе сожгли, то потом был взрыв, взрывное устройство на аллее Атбревуш у нас. Вот теперь в Латгалии что-то происходит. Тут недавно было задержание с группой Сигма в городе. Непонятно, что творится. Какой-то прям разгул преступности, взрывы. Минируются, якобы минируются здания какие-то. На самом деле все это очень печально. Просто, дорогие друзья, если вы собираетесь в гостиницу Латгалы, у меня там просто офис находится, и это не очень приятно на самом деле. Мне достаточно сложно. Вот это вид соседней улицы. Мы сейчас стоим на светофоре. Достаточно сложно вести машину и комментировать, но такая вот ситуация сейчас в Резекне. Время сейчас 22 часа. Мы подъедем с другой стороны, посмотрим сейчас, наверное. В общем-то, очень... Такая неделя достаточно богатая на всякие события, не самые приятные. Ну, давайте сделаем небольшой кружок. Просто посмотрим, что происходит здесь, в Латгалии. Подъезжаем уже с другой стороны. Ну вот, как вы видите, здесь тоже все оградили. Стоят экипажи полиции. Что-то вот интересное происходит. Ну, видимо, работают саперы. Ищут взрывное устройство. Стоят автобусы на случай эвакуации. Ну и так далее. То есть план мероприятий отработан. То, что происходило на этой неделе, напомню, от Брёшина Солея заложено взрывное устройство, было, которое взорвалось и повредило автомобиль, и дверь в подъезде, и стену. Достаточно опасная ситуация. Жгли машины, задержание, ну и так далее. И вот сейчас гостиница Латгала, сегодня у нас четверг, 10:30 вечера. Вот такая вот ситуация. Так что воздержитесь от лишних поездок в центр и берегите себя, друзья.